Ну, мне очень понравилось. К сожалению, мы успели только на последний бой. Это было очень-очень-очень круто, зрелищно. Да, действительно, для меня это было первый раз. Конечно, когда появилась кровь, я немножко напряглась, потому что не очень люблю это все дело. Но так, в целом, это прикольно. Мне понравилось. В свою очередь, хотелось бы сказать спасибо организаторам M1 Challenge 104 за то, что нас пригласили. Нам очень приятно. Мы, в свою очередь, приглашаем вас на наши игры. Сезон начинается в конце сентября. Мы вас ждем. Непобежденный Роман Богата! And your referee for this bout, Marco Brewerson.